Поездка через МФЦ. Знакомство с городом Депардье предсказуемо начал с местного ресторана, где поел сибирских пельменей. Там же он обстоятельно изучил детали сервировки и приготовления блюд и оставил автограф, автопортрет на хоккейной каске. В сети уже распространились десятки снимков, на которых Депардье без шапки гуляет на трескучем морозе. Пока остается загадкой, зачем актер, ресторатор и винодел решил перебраться в холодную Сибирь и прописаться в одном из спальных районов.